На днях сводный отряд полиции Чувашии благополучно вернулся из служебной командировки. 68 сотрудников органов внутренних дел в течение полугода несли службу в станице Червленной Шелковского района Чеченской республики. Прибывающих после долгой и опасной поездки встречали родные, близкие, коллеги, друзья, просто добрые знакомые. Пришли жены и дети полицейских, их отцы и матери, все, кто долгих полгода волновался и ждал их возвращения. Но прежде, до объятий и приветствий, прошло традиционное построение сотрудников. Полицейские из Чувашии обеспечивали пропускной режим на посту возле реки Терек. Оказывали помощь своим коллегам в поддержании общественного порядка и безопасности в станице. За это время они задержали 69 транспортных средств, 10 из которых находились в федеральном розыске. Кроме того, чувашские полицейские участвовали в спецоперации «Кавказ-2012». Теперь сотрудников УВД ждет заслуженный реабилитационный отпуск, а после они вернутся к исполнению своих обязанностей.